Всем здравствуйте! Сегодня на обзоре первая часть, коллекция моих масонских наград. Ну, конечно, не я был ими награжден, а моя коллекция. Часть первая, скажем так. Вот здесь просто коробочки не лежат. У меня вот специальные тут кейсы есть. Вот такие вот, видите, тоже английские. Сюда, кстати, монеты можно ложить. И такие коробочки у меня есть даже на продажу. Это, к слову, да? И упаковочки такие, наверное, тут и для монет можно. Вот. Вот другую я... Почему опять? К чему я это говорю? Ну, дело в том, что вторую часть я найти не могу. Там, конечно, может, что-то у нас попроще. Но я ее искал. Поэтому первую часть, а дальше уже... Есть тут очень интересные экземпляры, начал рассмотреть, неплохие, да? Ну, а говорю, а там уже будем искать лучше вторую, скажем так, часть, если будут тут у нас отклики, вот лайки, ну и, скажем так, нужда в этом. Посмотрим, какая у вас будет реакция. Ну что, начну с маленького, самого такого недорогого, но прикольного. Стюарт, это, как вы видите, подвеска. Обыкновенная, латунная. Ничего в ней такого у нас как бы нету. Но интересная и прикольная. На вес она уж не такая легкая, летая. Вот такой вот масонский. То есть можно где-то его подвесить. Ключи. Хотите, кто-то в машине брелок подвесит. Правда, людей, наверное, злить не надо, да? Но прикольный вот такой брелочек. Я его из-за красоты купил. Дальше по ценности, опять же, крест масонский такой, можно сказать, тамплиеров, да, прям орден крест. Он латунный, ну и эмаль. Сделан довольно-таки неплохо. Здесь вот Спенсер, известный, так скажем, фирма-производитель, всякое как раз тут им заказывают, они делают. Вот такой крест. Ну что, дальше тоже по важности вот такая вот медаль. Это уже серебро. Приму такие вот, можно сказать, рога тут буйвола. У них много тут лодж, номер, эмаль, корона. Ну и что тут? Вот он мне, клейма серебра. Вот я думаю, позолота так блестит-то у нас, да? Ну, позолота, наверное, нанесена. Вот клейма. 61 года Альфа Лодж. Вот тут вот. Скажу про кружку. Ну, наверное, тут грамм 300, сколько там пинта есть. Вот такие есть тарелки у меня. Прям с таким изображением. Тут старый дом, гостиница, вот лошади изображены. Ну, такая тоже классическая, прям старая форма. В руке держать очень удобно, большая. Можно пиво солидно очень пить. Здесь видно, что сделано в Англии. Деборнайн Петтери, Кай Керамика, Растон Вейр. Отличного позолота. Вот тут проходит на окантовке. Ну, ничего особенного. Я имею в виду просто чистое. Вот именно смысл в чем? Что это чисто такая классическая, старинная форма. Без всяких изысков. Ну, и опять же, 82 год. Вот вы видите, 8 февраля. English or Старая Англия. Номер, лоджи. Ну, тоже, наверное, бывает, делают на заказ, масоны заказывают и, наверное, своим там членам общества дарят. И они дома из таких выпивают, одевают ордена и ритуально смотрят футбол. Ну, это я опять немножко шучу. Так, дальше продолжим по наградам. Вот такая тоже у нас интересная награда, лошадка тут, видите. Ну, это из английского есть там герба, видите, это не просто лошадь, а вот такой единорог там. Он с этим в голове, видите, там рог. Это все тоже связано. Надписи тут масоник, Биолет, Талот, Институт, Роял. Лошадка. Интересная вещица. И опять же, как вы видите, можно увидеть клейма серебра. Дальше, ну, два вообще тоже таких. Один, конечно, от него уже, видите, потрепался. Так он старенький, но осталось. Звезда, как вы видите, руап. Вот. Опять корона, позолота уже подзалезла, подслезла.
Ну, интересно, вот такая детализация. Вот тут вот был он одет и сломалась. Вот это, кстати, у нас сама иголка вот от нее оторвалась. Но все-таки она, видите, тут кому-то был вручен в 47-м году. Все тоже написано. Клейма изготовителя. Такому-то, такому-то презентовали. Начальником туда, можно сказать, руководством, высшим, так сказать, членом тайного общества масонов. Масонская ложа. Вот такой, смотрите, большой. Так вот держишь его, повесить, если на груди. Он такой прям большой, солидный. Тоже рога здесь, приму. Здесь приму очень красивый маль, онбиус. Но их не тут заклинание, да? Их не заклинание. Эмаль, серебро 27-го года. В аутентичном состоянии. Я с ним, как видите, ничего не делал. Клеймо даже вот тут стоит у нас наверху. Вот. 14 декабря 27-го года. Такому-то, такому-то тоже было презентовали. В аутентичном состоянии, довольно-таки в хорошем. Ну а на сегодня что? Вам говорим до свидания, не болейте, добро победит зло. Вот. Ну а будут лайки и подписки, будет продолжение масонских вещиц, которых, мы надеемся, только у нас будет добавлять. Всего вам доброго, спасибо за просмотр. She left her body and hovered above me. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time.